Всем привет, друзья! С вами Ошибка выжившего с Артемом и Севой. Да, с Артемом и Севой. Сегодня пятница, 6 вечера. Наверное, у вас не знаю, как у вас, но вот у нас очень жарко. Я всю неделю какая-то адская жара. 24 вчера, вчера был дождь с грозой, но сегодня все равно жара. Да, я я думаю... кстати, успешно этот дождь э, миновал, а Сева, как раз-таки, попал. Да, я после вчерашнего эфира ехал, как раз домой, и, в общем, попал. Так, жара. Жара у нас будет и сегодня? Конечно. Мы прям подготовили очень вкусные штуки. Сегодня будем рассказывать про докер, но это небольшой спойлер. Докер. Звучит пугающе. Пугающе. Если бы я не знал, как его настраивать, я бы точно испугался и закрыл бы прямо сейчас вкладку на этом. Ну, мы же покажем. Все, как всегда, просто. Покажем конкретные шаги, конкретный результат, которым вы сможете удивить своих коллег. Все так. Наверное, стоит отметить, что мы находимся в офисе Групп, все так же под ламповым вот таким вот настроением. И освещением. Да. С, надеюсь, нас отлично слышно. Если что-то не так, пишите нам в комментариях. Мы будем и стараться править. Ну что ж, поехали к новостям. К новостям. Так, первая новость, это то, что у GitHub... А добавились UI-фичи превью. То есть вот прямо в вашей страничке вы можете перейти на самом деле и посмотреть, какие дизайн обновления появились в GitHub. Не знаю, многие ли из вас пользуются GitHub, но вот я периодически там сижу. Тема, наверное, чаще еще и меня сидит. Вот, я бы предложил посмотреть, я их включил. Вот здесь их можно увидеть, это вот эти фичи, их можно включить. Mm -hmm. а, то есть первое — это вот дизайн-апдейты, а вторая это репозитории в рефреш, то есть как бы э, странички в репозиториях тоже имеют новый лайаут mm -hmm. Давай посмотрим вообще, что изменилось. Давай. То есть... Я увидел, на самом деле, помимо того, что понятно, что круглые кнопочки стали такие немножко фэнси, да? Да. Вот. Мне очень понравилось, что теперь вот, значит, и более фэнси страничка стала, вот это все ясно. Оно стало легким. Вот заметь, что вот раньше оно было какое-то вот, ну, видимо, за счет того, что были всякие тени, кнопочки были в тени, ну, да. были очень явно блоки, а сейчас оно такое прямо легкое. Ну еще забавно, что у тебя нету комитов совершенно. Ну да, потому что я что? Потому что ты не камичу. Да. Потому ты не что почему? Потому что люди не ставят нам лайки, нужно ставить лайки, и тогда у нас появляются будут новые инструменты, как да. вот мы недавно делали с тобой выпуск, где фигачили экстеншены. С да, идеей плагина. идея плагином и хром плагином. А зайди, кстати, на мою страничку. Мне интересно, как будет выглядеть моя страничка. Давай, я тут как раз зайду, давай в проект. А, а это, это, кстати, проект. Тут вот, кстати, в проекте не сильно много изменений. Но давай зайдем именно в репозиторий а, вот этой вот странички, где мы с тобой вместе, по-моему, недавно что-то делали. Так, а давай я найду тебя, может быть, а, Ерошенко. Ярошенко, М, да. А ты часто вообще, тема вот в Гитхабе последнее время? Да я постоянно. На самом деле получается так, что теперь уже даже с коллегами любой софт… Пишете ну, прямо на гитхабе Ну, как бы да. Получается, что меня просят сделать какие-то примерчики, ну, там, и так далее. Uh -huh. И это самый простой способ. А особенно круто, когда у них появились GitHub Actions, потому что я могу сразу же проверить результат. Uh -huh. а у нас, типа, была примерно… Ну, типа, такая ситуация, что раньше я скидывал пример, и мне говорили, там что-то не работает. Ну, как бы, и сейчас можно скинуть пример, сразу же скрипт, и он, типа, зеленый, и ты говоришь, ну, камон, ребят, ну, как не работает, что-то, видимо, у вас не работает. Ну, как бы, да. да. Ну, видно, что у тебя тут больше старов и так далее. Немножечко комичу, да. Давай посмотрим какой-нибудь репозиторий. Наверное, может быть, имеет смысл сегодняшний репозиторий, который мы будем с тобой смотреть, что тут в репозитории изменилось. Тут, кстати говоря, мы, наверное, не посмотрим много вот справа информации, да. да, то есть тут вот информации нет о релизах и так далее, но мы увидим ее. Но в целом репозиторий тоже выглядит чисто, да, да. То есть единственное, как бы видишь, они его оптимизировали для аля маленького экрана, то есть если ты сейчас нажмешь... Для iPad'ов. Command плюс, вот нажми да, сейчас да, да. Command плюс, именно Command плюс. А, ты типа хочешь, не, это да, именно да, 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 именно, короче, приблизить, да, вот смотри. О. Видишь, в чем смысл? То есть да. они типа верхушку оставили, э, как будто бы у тебя большое разрешение, но они как бы сами намекают uh -huh. на то, что сам репозиторий он должен быть типа вот таким вот небольшим. Ну, то есть тоже забавная штука. Я не знаю, к чему это отсылка, но, но... она явно тут присутствует. То есть хедер остался один, как бы, а контент теперь посередине. Вот ну типа Давай. Вот такой. Давай. Вот. Так, а вот э, хочу все найти у тебя каком-нибудь репозитории, в которой есть релизы. Как думаешь, э, что за репозиторий? PDF, там есть э, X тестер или X. Results или что-нибудь в этом роде. Давай посмотрю, может быть, Валюра Allure Kotlin есть у тебя э, релизы? Да, uh. в Kotlin точно есть. Вот, и соответственно, справа, как вы видите, там есть еще пакеты есть. Прям есть, прикольно есть и да, информация понятна, которую мы видели обал. Да. Есть вот удобно, когда эти релизы именно да. сразу на страничке, потому что периодически заходишь в какие-то а, проекты, да, фреймворки, и ищешь, когда же они вообще последний раз релизились. Ну и это как бы не совсем очевидно, ну, вообще релизится они или нет. Да, кстати, заметьте, тут прикольная фича. Я недавно добавил, начал экспериментировать с пакетами, да. и теперь я хороню мавен артефакты прям в гитхабе. О, То а зачем это, ты это делаешь? Ну, на самом деле, опять же, у меня есть как бы отдельный бинтрей. Это прекрасная да. штука, и бинтрей решает очень много проблем. У -у -у. А, спасибо компании джофф это как бы да. очень сильно, потому что. Барух, привет. Да. Потому что самая крутая фича, что типа есть в этом, с ним очень легко работать. Попробуй что-нибудь сделать с анотайпом, Скорее всего, ты как бы там будешь, по крайней мере, с одним GPG-ключом, как бы биться ну какое-то время. Ну да. А так я как бы отправляю свои исходники в бинтрей. У меня в бинтре есть кнопочка Maven Central. Я просто нажимаю один раз, и он делает все за меня. Это просто такая магия, что. Так ну, это что, это платная штука или все могут попробовать? Не, не, бинтрей бесплатная штука, очень легко все создается. Угу. Кстати, я могу как-нибудь записать или мы с тобой можем сделать можем небольшой видос по тому, как публицировать артефакты, потому что сейчас, вот я говорю, меня постоянно просят что-нибудь доделать, и как бы приходится делать именно и в бинтрей, а потом в Maman Central передавать артефакты. Это да. интересно. я на самом деле предлагаю двигаться дальше, Давай. потому что в комментариях там нам уже пишут, что вы что, там, деврелы гитхаба? Да, а да, вот да, Кирилл да, да, спрашивает. Да, да. Кирилл, мы не деврелы гитхаба. Просто интересно было. Просто интересно, да. Давайте двигаться дальше. У нас на самом деле ну, много интересных новостей. И я думаю, следующая новость, она касается на самом деле тоже GitHub, в а, то, что они добавили линтеры, поддержку да. сразу мульти, как на все языки линтеры можно запустить прямо в в одно в одной зависимости, да, то есть если вы вообще Тема, вы пользуетесь линтерами? Можешь рассказать, что такое линтер? Вообще мы очень много пользуемся линтерами. У нас, ну, типа, продукт разрабатывается и на Java, и на JavaScript. Плюс есть YAML конфигурация. Все это находится в одном репозитории. Да. И, соответственно, без линтеров вообще никуда. Потому что если команда будет работать на авось, то у тебя код будет, ну, типа, нечитаемым, не единообразным. Даже если ты работаешь с репозиторием, то ты начнешь читать код, который ты написал полгода назад, и он будет отличаться от того, что ты пишешь сейчас. Это будет Проблема поэтому есть линтеры. Линтеры они пробегаются статический ну по статическому коду, и говорят, что там у тебя тут нарушен код стайл, например, ну, да. unused импорты, наличие Java-доков наличие final, если у тебя там в Java, вы заметили, я пишу постоянно final. Ну то есть, даже в примерах, просто это научил меня. Ну, типа, линтер на самом деле идея позволяет это делать из коробки, но мне как-то по фану, ну типа, и самостоятельно все во-первых, идеи пользуются. Это раз, во-вторых, да. они тебя могут приучить к тому, просто да. чтобы ты автоматически писал. Как бы тот Хороший код, который, код который, да, который, да. который, который единообразный. Да. То есть, ты придешь в другой open source проект, и сразу напишешь такой же код, но у Java линтеров. Uh, там это я говорю про ну, типа стандартный PMD, чекстайл и так далее. У них нету автоисправления. Uh -huh. А вот у джаваскриптовых линтеров у них есть автоисправление. Это прям очень круто. То есть он тебе подсвечивает, например, что у тебя импорты uh, не uh, отсортированы по имени. Я понял. И ты нажимаешь uh -huh. как бы чик, и он тебе такой хрясь и исправляет. И это реально очень круто. И вот у меня вопрос. Вот эти вот линтеры, они будут нам показывать uh, то, что uh, есть какие-то проблемы, или они будут еще за нас делать какие-то исправления? ну то есть, ну например идея, когда ты нажимаешь формат, она же исправляет твой код. Да, идея, да, но тут я думаю, да, тут GitHub Action, скорее всего тебя будет высыпать ошибочки, вот. Да. А дальше ты сам будешь искать, где у тебя в YAML-файле дополнительные пробелы и запятые. Да, и еще довольно забавная тема, я посмотрел тоже этот анонс, что там нету Java линтера есть, Да, совпадение. Да, 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 может быть GitHub как бы ну так намекает на то, что типа чуваки, а что за Java? Ну, мне кажется, что там самом деле, скорее по-другому, что вот Java линтеры, они, может быть, немножко более сложные. Ну, то есть там Go — это чуть ли не из коробки, всякие линтеры Ну, Go и давно уже был в GitHub Action и добавлен. Про... Да. И как бы там в целом тебе Go навязывает форматирование. JavaScript ну, да. они давно уже сделали. Ну и JavaScript это JavaScript, а как бы Java, видимо, может быть посложнее. Ну, в общем, да, прикольная штука, обязательно ее затещу и потом э, напишу, как бы, перешли ли мы, как бы с наших, у нас сейчас это делается градлом, перешли ли мы, как бы, на GitHub Action, потому что мы много переписываем на GitHub Action э, нашего CI э, CI пайплайна, uh -huh. и интересно будет его затестить. Напишите вообще, у вас есть на проекте линтеры, пользуется ли ваша команда линтерами и вообще, ну, как вообще ваше отношение к линтерам? Потому что я помню, когда у нас на проекте они только запускались, когда-то давно, э, значит. Их как? Их вначале не было, а потом они появились. Ну и, соответственно, когда такое происходит, у тебя там море ошибок, ты, значит, да. все эти варнинги сидишь, фиксишь, или забиваешь и не фиксишь. Ну и, в общем, у тебя от да. этого болит, а когда пофиксил, и они появляются, у тебя начинает гореть, потому что кто-то, значит, такой решил все сломать, и ты бежишь там воевать с ним. Ну, в общем, это такая целая история. Да. Напишите, да. И мы сейчас будем двигаться к следующей новости. Она, на самом деле, как это? Так совпало, что она тоже про GitHub. Обещаю, а, что это последний раз про GitHub. А, а, а что поделать, если GitHub да. как бы ну GitHub фигачит фичи и это ну прекрасно ну, и вот да. эта новость мне вообще нравится. Это Она на самом приходит. деле новость как бы как новость. Давай заглюсуй-ка. Да, это это то, что Тема внезапно тут приходит, Сева, что ты видел такую штуку, что в гитхабе, прям пока вот ты открыл код, ты можешь внезапно увидеть подсказку. Ну то есть не подсказку, он фактически показывает какие-то референсы или документацию на какой-то класс, который уже Например, у вас прямо используется ну, в вашем проекте в GitHub в GitHub проекте, да? Вот и ну, но на деле, да, ты видно, что не на все, то есть какие-то ты под, под, ну какие-то подсвечивает, какие-то нет, то есть вот allure results writer он не подсвечивает, ну, вот на какой-то класс подсвечивает. Это то есть тут как бы идея сервера такая, что эта фича одна знакома каждому, кто использует IDE. Да, вот да, на да, самом да, деле, да. как бы это вот как бы команд, и ты типа туда кликаешь. Да. Но в Веб-интерфейсе это реально очень крутая фича, потому что порой тебе просто неохота выкачивать целый проект, чтобы просто посмотреть, что откуда ноги растут. И в данном случае она не только показывает вот этот вот uh -huh. а Нажми вот дальше, нажми на вот это вот, где прямо он. Прямо сюда, да? да? Да, сюда нажимаем. Uh -huh. Давай провалимся. Да, и мы прям переходим на место, где оно используется. Uh -huh. И вот это, это уже прямо очень крутая штука. А теперь давайте представим, типа, что у GitHub есть. Я просто немножко пофантазирую, -по 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 типа, куда ноги растут. Смотри, у них есть пакеджи, у uh -huh. них есть релизы. Они уже учатся указывать, короче, какой э, пакет где используется. У uh -huh. них уже есть кода навигация. Скоро будет вообще прикольно. То есть они уже умеют, на самом деле, у них есть вся информация, чтобы сделать кросс вот такие связи. Да, вот это, вот это файлами. классная штука. Вот. Мне, вот. мне вот очень нравится, если бы я так вот мог сделать. Мы как в Тетрисе с тобой, да? Если бы я так мог сделать вообще по всем проектам, ну или каким-то лимитированным проектам в GitHub. И по разным версиям. Да ты вдумайся в это. У тебя да. есть библиотека, она зависит от старых Apache Commons, ты да. проваливаешься и попадаешь на старые Apache Commons. Это вообще будет круто. Ну, то есть, да, тут это прикольная тема. Да. Посмотрите. GitHub как... стараются, поэтому мы о них и говорим. В общем-то, тут как это? Так, так получается. Мы, мы, нам да. нравятся такие фишки с Артемом. Ну что ж, я думаю, что у нас есть еще помимо GitHub новостей другие новости. Вот ты знаешь, что тут вот какое-то последнее время всякие проекты с там, стримингом, с видео, с чем-то появляются. И вот да, буквально Яндекс вот эта отстает. новость да, от Яндекса, что они сделали там ви э, сервис видеовстреч, который называется Яндекс Телемост. Вот 15 июня они запустились, доступен по ссылке Телемост Яндекс. То есть я так подозреваю, что это очень похоже на такую, как это... Google Hangouts, наверное, кто-то пользовался, да, то есть вы тоже создаете эту встречу, видео встречу по кнопочке, ну и, соответственно, там дальше проваливаете все, как обычно, видеозвонок. Вот. Тут у меня вопрос, как бы, во-первых, сколько пользователей реально они поддерживают, как бы, насколько действительно там можно параллельно говорить, какое там качество у видеозвонка, пропадает ли звук, там, типа, если мы там в 100 человек зайдет. Ну, все эти вопросы, конечно, предстоит потестировать и узнать, вот, но в целом, э, о чем это нам говорит, что в принципе большие компании, они тоже сейчас озаботились о том, чтобы делать какие-то нормальные решения для стриминга, для видеозвонков. Я Все видел вот, у одноклассников вообще топчик там, типа, там просто топ. То есть мы там как-то пробовали, тестировали, созваниваться. У них вообще, то есть, я не знаю, сколько точно они поддерживают э, соединений, но э, по слухам, в общем, там очень-очень неплохо. Э, можно будет. Кстати говоря, напишите, какими видеозвонками вы созванивались. Я знаю наверняка, что на работе у многих там Zoom или что-то такое. Но все же интересно, пробуете ли вы в компании какие-то новые решения? Нужны ли они вам. Ну, в общем, напишите нам в комментариях, мы почитаем. Если интересно, можем с, с да. темой как-нибудь просто неформально потестировать различные видеозвонки. Ну, в общем. Отличная касательно история. Те, касательно телемоста, как бы Яндекс строит свою систему, у них уже есть чат, который довольно неплохо работает, при этом, как бы, чат очень круто, он интегрирован э, в приложение такси, еда и вот это А он вот, прямо это. на странице яндекс Именно. Браузер. ой, да. на Яндекс-браузере заходишь, да. да, и ты сразу Отличный. в чат. Отличный, вот, это, типа, очень круто. Также они, видишь, делают телемост, это значит, означает, что они, как бы, хотят э, какой-то, uh -huh. ну, типа, визуальный вот этот аспект, вот, его тоже зацепить, типа, все, ну, как бы, э, там, вот это вот все говорит о том, что, типа, все, Идет в онлайн, и как бы сейчас каждая компания будет представлять э, вот свои сервисы. Я обязательно попользуюсь вот Яндексом, потому что вот честно говоря, мне присылают ссылки на Google Meet, и вот он мне не нравится. Я не знаю по какой причине, я не могу вообще ничего сказать вот про него типа плохого, но у меня постоянно идеальный отзыв. Да, я, я не тяну это, то есть Zoom, мне кажется, что как бы прям ок, потому что почти всегда он работает. Yeah. В гугле бывают периодически какие-то сбои, я не понимаю, то есть там вот как-то как вот не, не очень понятно. И теперь вот если там у кого-то нету зума, буду скидывать им ссылки на телемост, посмотрим и как бы в какое через какое-то время соберу информацию о том, как, по крайней мере, мне вот этот продукт mm -hmm. и реально. Ну Послушайте, вот с тобой... если вы пользуетесь, ну да, вы или вы попользуетесь тоже напишите комментарии, да. мы так это сравним э, наши ощущения. Кстати, мы же помнишь в прошлый раз как-то с тобой созванивались в чате с Petal, которая угу. позволяет да. общаться коллаборативно и с такими кружками да, ты да, можешь да. еще подойти к друг другу услышать тоже прикольно. Я так понимаю, что там какое-то ограниченное количество людей может угу. участвовать. Но в целом тоже очень интересное решение, особенно сейчас, когда вот все в онлайне хотят как-то больше, э, ну как это не, вот привыч, не в привычном виде, как в Zoom, ну созвониться? Ну да, 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 хотят пофаниться. Да, ну и вот, наверное, двинемся к следующей новости, которая мне особенно приятно э, озвучить. Это новость о том, что ком в компании, в которой вот я работаю, у нас прошла конференция Gisingback, э, с чем я всех поздравляю. У -у -у. А, вообще, да, это было классно. Вчера вот э, с Артемом были в эфирах. Да. Артема было воркшоп. Мне хочется сказать тут два момента. Первый момент, я э, не перестаю удивляться, как ребята в IT пилят все эти штуки, Вот и они все получаются довольно фэнси, то есть вся эта штука, вот там плеер, ты наверное видел, все это красиво летает, все это работает, и чат там, и зум, и зум комнаты там под каждый трек, то есть прикинь, там типа у каждого трека у спикера есть свой чат, свой зум, то есть это все надо занести, и конференция это как бы не одна, ты это ну, большая такая работа, еще и все это типа работает внезапно. В общем, классно. Напишите, если вы были на Гизенбаге или если вы, например, пропустили, очень хотели. Вообще поделитесь впечатлениями, как у вас, как прошло все, какие, например, доклады вам запомнились. Вот интересно, Узнать, как у вас, потому что я смотрел доклады, которые были вот в треках, где я был ведущим. Ну интересно узнать, как вообще вам понравилась программа или нет? Я хотел у тебя, Всем, узнать, как вообще твои впечатления? Ты был и я помню, в этот раз не Доклад. с типичным докладом, не с типичным докладом, да. и ведущим ты побыл. Что-то я там да, я как-то случайно зашел в офис компании Джугру и вышел только вот вчера. Меня поймали, как бы и сказали, как бы иди этот делай. Ну на самом деле это шутка. Мне понравилась атмосфера. Я могу сказать, что я же тут гулял по этим, по задворкам. То есть для вас это все как бы картинка, которую вы видите, а я это все как бы вижу, ну типа изнутри. Я вижу, как люди ходят, как происходят какие-то небольшие инциденты, как они быстро и оперативно решаются и так далее мне было очень интересно наблюдать как это все выглядит именно со стороны и вот именно с той стороны очень понравилась оперативность потому что практически все делалось за меня я там можно сказать как бы так просто наслаждался то есть я так уселся на кресло как бы и остальная как бы вся часть она происходила за меня это реально очень круто из докладов я не так много успел посмотреть uh -huh. посмотрел свой мне кажется, что вот если говорить про формат онлайн метапа, ой, это мастер-класса, то он может быть немножко должен быть другим, поэтому у меня какие-то двойственные ощущения. С одной стороны, вроде как прикольно, мне понравилось, с другой стороны, как-то я бы хотел это изменить. Но это ладно. И этот я посмотрел заклад как это ни странно, self-healing, то есть тот... Умер, ага, да. тот, который вот мы да, 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 то, что мы Друзья, рассказывали. да, мы в прошлый раз с Артемом <coughs> рассказывали про инструменты self-healing, даже два инструмента успели с тобой разобрать. Ну, да. как разобрать там? Ну, засетапили их и что-то попробовали сделать с этим инструментом. Да. да. И, и, и вот, собственно, как бы Аня рассказала про self-healing, я послушал всякие интересные моменты, мне очень понравилось про их планы, про интеграцию с .NET. Ну, в общем, прикольно, мне как бы зашло и, конечно, очень крутой хардкорный доклад про Android, и как бы мало ли, если у вас есть какая-то проблема с инфраструктурой Android, когда вам надо знать, сколько CPU, сколько контейнеров, какая, ну, типа, какая конфигурация и так далее, нужна для того, чтобы запускать полторы тысячи тестов за 30 минут и 100 тысяч тестов в сутки на разных версиях, то крайне рекомендую посмотреть. Доклад сложный, это не, 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 не фан. Это, как бы, чисто такая, как бы, ну, типа очень клевая выдержка из документации, в которой прямо все понятно по поводу инфраструктуры андроида. Очень круто. Ну а в остальном uh -huh. прям прикольно. Мне кажется, что получилось э, интересно. Но вот опять же, вот этот онлайн-формат пока мне как сказать, непонятно. Не То есть, вроде как, все прикольно. Mm -hmm. Но пока вот это, это онлайн. Мне даже больше интересно услышать зрителей, что они думают про онлайн формат, и вот как им зашло, не зашло. У меня, вот, как я сказал, ощущение двойственное, даже вот на воркшопе были. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я понял. Ну, я хочу сказать, что пока ты говорил, я немножко успел почитать в чатике отзывы. Mm -hmm. Тут, вот кто же пишет, что были у тебя на воркшопе. Очень понравилось. Вот Семен пишет, что понравилось, когда показывали. Код показывали в прямом эфире, в отличие от выступлений вживую. То есть, вот кому-то зашло именно. Я, вот, понимаешь, да, вот... я я как, так как я перфекционист, я говорю, у меня вот где-то что-то вот, я говорю, мне тоже все понравилось, я все такой, блин, клево, наконец-то в прямом эфире могу код нормально пописать, мне очень. Но с другой стороны, вот, вот наверное, вот Сева, что мне не хватало? Мне не хватало обратной связи. Мне хотелось, чтобы вот мне вот эти вот отзывы прямо ну типа вот прям куда-то вот присылали, чтобы я такой пишу-пишу и там такой, знаете, там выскакивает там 500 рублей, типа Артем, ты короче этот забыл вот эту штуку, да, о короче, исправь, пожалуйста. Такой, О, спасибо за 500 рублей, как бы и так далее, шутка. Но типа вот не хватало обратной связи, прям пипец, потому что на воркшопе, когда ты что-то делаешь, да. у тебя возникает много вопросов у э, как бы у людей, и ты на них сразу же отвечаешь, и в этом ценность. А тут да. у меня было небольшое дистанцирование. Да, ну в общем, ребята, Артем намекает на то, что если вы в чате будете писать какую-то обратную связь. Ему будет проще показывать вам всякие интересные штуки с кодом, и ему будет еще, помимо того, что проще, ему будет позитивнее, и наверняка это больше будет мотивировать, показывать и прибыль, больше нет. таких штук. Ну, прибыль не само собой. Ну что ж, наверное, двинемся дальше. Следующей новости, наверное, она одна из последних. Но, тем не менее, она очень интересная. То, что... Ух. Э, да, вот это вот вообще жара. Я э, как-то, как знаешь... 24 год... градуса. Я думаю, на самом деле, вот новость <свят> на, на, 30, на 36 градусов. Вот честно. <свят> Слушай, я вообще... Тут многие, наверное, смотрят и думают, а что там ИДЕ, какая-то что за запуск удаленный ИДЕ непонятно вообще новость сделай твит побольше как-то он сделали. А давай я его просто прямо открою в Твиттере и да, да, я вот про это тебе говорю И прямо мы его посмотрим То есть что произошло? Произошло следующее Джед выкатили на GitHub проект, который позволяет запускать идые на вашей машине, например, в докере. И, соответственно, вы можете достучаться до этой машины из, вне, из браузера. То есть можно прямо из iPad, например, взять и программировать VDE, который у вас там запущено, на, например, на ноутбуке. Это если простой сетап, а если более сложный представить, то вы можете на какой-нибудь Unix-машине все это запустить, поехать, значит, на работу, пока едете в офис, открыть что-нибудь в проекте, где-нибудь там быстро надо что-то поправить. Там бывает такое, что знаешь, многие в проектах сейчас ну, все и больше и больше все переходит вот в тот же GitHub, еще куда-то, то есть, в принципе, все становится постепенно кодом. И так или иначе, например, мы вот контент, который на метапах, да, вот у нас, мы его просто в одном большом JSON-файле, да, условно, закидываем этот контент, какую-то информацию. То есть все равно так или иначе тебе надо доступ к какой-то KDE, либо какой-то платформе типа GitLab, где ты да. можешь покорректировать все эти данные. И пока ты едешь там, условно, такси, теперь тебе реально удобно там прямо с айпадика все это сделать. И это очень у меня, прикольно. У меня есть прям бизнес-кейс, ну то есть вот так. как бы, особенно он, мне кажется, будет популярен для тех, кто занимается инфраструктурой, DevOps, либо статическими сайтами, ну типа контентом, грубо говоря, вот как бы конфигурации, на мой взгляд, конфигурация плюс контент, потому что я как бы, ну там, опять же, на сайт выкатывается много всякой информации, да. у вас типа там конфи приложение деплоится в Kubernetes и так далее. И вот эта вот часть она наименее тестируема. То есть, если типа говорить про функциональность, то на нее обычно есть тесты. У вас там есть длинный пайплайн и так mm -hmm. далее. Конфигурацию тестируют в меньшей мере. Ну, то есть, я не говорю, что ее не тестируют, должны тестировать, там все хорошо, но ее тестируют сильно в меньшей мере. И когда у вас что-то катится там в продакшен, либо на какую-то часть аудитории, либо какой-то контент опечатка и так далее. Все. Что происходит? То когда у вас есть опечатка на сайте, у вас типа блокер, у вас сгоряются все красные штуки, потому что ну функциональность вроде работает, но там опечатка и все такие, блин, и. Начинают все писать инженеру, поправь быстро опечатку и так далее. И в этот момент просто типа ночью да, спит, да, как он, бы. и тут, как бы реально прикольная штука, и мы сегодня попробуем это посмотреть, да. как можно с телефона прям взять, что-то поправить с телефона, и после этого сделать так, чтобы у тебя э, вот эта вот вся как бы штука работала. То есть, вот, ну, это, это реально будет интересно. То есть, ты такой хоп, опечатку поправил. Хоп, нажал комит, у тебя типа, все уехало. Да. Возможно ли, если это будет возможно, то блин. Это будет очень интересно, да. второе применение по-моему, ты мне рассказывал по поводу того, что можно параллельную сессию устраивать. Расскажи подробнее. Да, слушай, вот на самом деле периодически бывает, что кто-то приходит на собеседование, да, и как бы там, во-первых, вопрос: как бы: надо засетапить какую-то еды, дать человеку ноутбук. Да. Там на ноутбуке надо какие-то права забрать, выдать, чтобы репозиторий ну, вдруг... секретный, который да, там, В общем, всю эту нужно штуку настраивать, и это как бы очень геморно. И ну и зачем? Нужно какое-то простое решение там одно из простых решений там да там взять какой-нибудь VS код который уже есть да но бывает что люди очень любят ä, именно IDE JetBrains да. они не хотят ни на каких листочках тебе писать задания да. и вообще ни Это на чем точно. другом они как бы давайте нам на нормальные, что я на работе буду на листочке код писать или там в VS Code, у вас же не VS Code, нет, ну все, типа давайте на чем надо. И так ты можешь, например, помимо того, что ты можешь просто выдать человеку готовый сетап, помимо этого ты можешь прямо виртуально, ну отдельно смотреть вообще, что он пишет. То есть там вот какая штука, типа на двух экранах может, ты, ты, видишь прямо как, как редактируется код. А давай, давай, может быть, посмотрим. Ну, вот, вот в Твиттере. Да, вижу, в Твиттере, в Твиттере вот человек тут на на самом деле не именно этот кейс, но вот человек когда сделал, Ричард, он как раз один из авторов ну, да, тест контейнеров, что там есть, ну, да, общем, вид да. видно, что он, он висит на этом айпишнике с айпада, редактирует, пишет, ну, Удивительно. То есть, и все это выглядит именно точно так же, как вот у тебя в привычной э, твоем да. Макбуке да, или да, что с это, да? все есть. Да, все показывает, также стартует термина, терминальное окно, там, да, да это дебага. Прям прикольно. Ну, в общем, выглядит реально прикольно, вот. И ты знаешь, меня что порадовало, что вот этот твит довольно много собрал всяких и лайков, и репостов, и вообще разных комментариев да. от людей, в том числе вот зарубежных коллег, и, и всем вроде как это заходит. И знаешь что? Вот тут хорошее обсуждение было. А, Кто-то сказал, да, вот скоро все будет на гитхабе, мы Скорее там всего. как бы вот в этом будем, с, как бы будем пользоваться VS кодом в гитхабе и так далее. А, был один комментарий на... в твиттере, что типа хотелось бы на самом деле на гитхабе иметь возможность писать именно VDE от JetBrains. Естественно, ну то есть тут на самом деле дело привычки. Ты как бы, э, ну, на мой взгляд, разработчики при всей своей, э, ну, как бы, как сказать, там, разработчики, они очень любопытные, ну, типа, часто. Они любят использовать новые технологии и так далее. Но при этом они еще и довольно инертные. Ну то есть, если да. с Дженкинсом работаешь, это уже проверенный инструмент, ты знаешь все его косяки и так далее, и с ним можешь быстро взаимодействовать. И как бы тебе не хочется уходить с Дженкинса, ровно так же, как и из идеи Jetbrains. То есть вот я как бы э, ну типа использую там идеи уже очень много времени. Я попытался попользоваться VS кодом попользовался, попользовался. Ну вот у меня VS Code теперь просто да. как бы, ну типа сидит. Ну понятно. И ну, как бы я, мне кажется, что я не понимаю даже какие фичи им надо выкатить, чтобы просто взять и как бы увести меня э, из э, дружелюбных объятий моей любимой идеи ты, ты абсолютно прав, у меня похожие чувства, вот я прям также их испытываю. Хотелось вообще сказать, что эта новость как бы не про конкретно JetBrains или про конкретно PDE. Вообще проект, который они выкатили, он позволяет запускать любые свинг-приложения в контейнере, который в котором можно достучаться извне. Точно так же ты можешь NetBeans запустить, точно так же ты можешь что-то еще запустить. То есть это не обязательно именно идея, Но, это честно. может быть какое-то любое свинг-приложение. Я не знаю, вот ну, если трейдинговые всякие десктопные штуки, да, да то вот для трейдинга, например, приложения, они в основном на свинге, вот я помню, да. писали, ребята, кажется, что ты можешь туда же иметь доступ. Понятно, что у них, скорее всего, они серьезные все там, и у них есть, наверняка, мобильные приложения, которые все это позволяют делать, но, тем не менее, не у всех есть такие решения, есть, как бы, у кого нет. Соответственно, это может решить и эти задачи. Да. Посмотрим, что будут писать, посмотрим, как будут пользоваться. Напишите, если вы попробуете эту штуку у себя завести, напишите, если вообще вам это интересно, и какие, например, у вас могут быть use cases, например, в вашей компании, это тоже интересно узнать. Да. Ну что ж, двигаемся дальше, Артем. Да. Следующая, наверное, последняя новость, она вообще касается, знаешь, чего? Мы в прошлом выпуске с Артемом говорили, пишите нам ваши комментарии, пишите нам новости какие-то, пишите инструменты, которые вы хотите, чтобы мы посмотрели. Вот как раз нам написал человек, сейчас я попытаюсь найти имя, фамилию, прости, я забыл. Как тебя зовут? Но ну, если что, ты можешь прямо в чатике написать, мы тебя быстро найдем и поблагодарим. Так вот, человек написал, значит, что вот есть инструмент для визуального тестирования, который, собственно, пишет. Он, я не мог мимо него пройти. На самом деле мы зашли с Артемом, посмотрели. Да. Давай посмотрим демку. Тут вот есть демка, как оно работает. Оно на самом деле использует Playwright как основу тестов, да, и использует JS для запуска. То есть само приложение, оно для визуального тестирования, то есть что оно делает? Оно делает бейзлайн какое-то изображение, mm -hmm. на основе которого, собственно, дальше идет сравнение. Это изображение, как мы видим, из демки, которое довольно быстрое. Оно вначале тебя спрашивает в этой mm -hmm. такой вот ангуляр сайте форме что нужно попробовать это изображение вот и дальше оно уже само используется как бейзлайн что довольно давай ну, Давайте интересно. Вот я немножко поясню то есть по сути да. получается так что у вас есть один тест и вы по сути это АБ-тестирование у вас есть да. типа некоторый эталон и есть то, что сейчас и эталон проблема какая всех этих тестов что эталоны очень долго обновлять то есть, по сути, какая проблема? Вы складываете этот эти талоны в ресурсы, запускаете свои тесты, у вас тесты попадали, и в этот момент вы такие: "Так, а что делать? Теперь надо все э -э -э -эксп... ну". Actual result, результаты перенести в эталоны. Это просто такая операция, которую типа, надо будет сделать руками. То есть mm -hmm. вы берете их и переносите. После этого у вас эталонные данные обновляются и у вас опять происходит сравнение. Так вот этот инструмент, насколько я понимаю, позволяет именно быстро решать эту проблему. То есть вы можете в два клика указать, что это на самом деле хорошая проблема и, ну, типа, решено. Кроме того, как мы видим, есть возможность катать, ну, типа, вы можете да, игнорировать какие-то области да, и показывать все эти дифы ну, прямо визуально и удобно. Вот есть, я так понимаю, много разных вещей да. используется, я так понимаю, используется еще в проекте Storybook, но у меня интерес очень большой к таким проектам, и я вот предлагаю тебе, давай там, через, ну, типа, либо на следующей неделе, uh -huh. либо через неделю возьмем несколько таких вот инструментов для сравнения скриншотов, да? вот этих вот байзлайнов, да. и поэкспериментируем с ними. Тема очень интересная, мы ну, как бы в Яндексе такую штуку делали очень Это давно, вот это вот одна Гермиона из и Джимини, не, не, Нет, до еще гермиона. До? Да, до Гермиона. Да, да, да. У нас угу. там были, сейчас в Яндексе, если вы зайдете, вы увидите такие колдунчики. В колдунчике есть информация про погоду, про котировки и так Все далее. точно это жарко такое. стало. Да, колдунчики, Артем? Этот И, соответственно, этот, ну, это наш внутренний термин, по-моему, даже внешний. И, соответственно… Не слышал, не слышал о таком. Нет, нет, точно так и есть. Там визард написано. Классный. И короче, этот. Мы их тестировали сначала функционально, а тестировать их просто функционально заколебешься, uh -huh. потому что там надо тексты вот эти все делать, и так далее. И тогда э, сделали э, там, ну, типа, вот это вот ну, типа, тестирование с помощью скриншотов. Леонид Руденко об этом написал на хабре. Можете найти эту статью, uh -huh. и он там пишет, что экономия по сравнению с функциональным тестом, сейчас скажу, то ли в 400 раз. Да. Yeah. То есть, ну, как бы, и тогда эта тема уже была актуальна, а сейчас мне кажется, что она актуальна, типа, вот прям очень круто. И вот интересно, куда шагнули все эти инструменты, в том числе, да, Гермиона, вот этот тул, аплитулс, uh -huh. интересно все это сравнить. Да, кажется, вот Павел Стрункин зовут человека. И говорит еще да, есть еще интеграция с Java и вот этого всего интересно, как у плыверайта с интеграцией с Java. Ну, мы это ну, в общем, все посмотрим. Да, давай Playwright давайте так напишите, напишите вам, если у вас есть какие-то, например, инструменты для визуального тестирования, которым вам бы интересно было да, бы. Да, мы увидеть, их всех сравним. Мы их сравним, посмотрим, и вообще было бы интересно нам с Артемом узнать, как бы вообще имеет смысл визуальное тестирование. Имеет. Смысл. Ну, тебе, вот мне вот интересно узнать смысл, потому что я не знаю, у меня от визуального тестирования немножко подгорает, я... Этот, я такой адепт того, что все можно и так без ты визуального Ты даже видеофайлы не хочешь записать. Не, ну для какие видеофайлы? Теста? И, Артем? Ну киркин ты серьезно. Ты как бы ты... Геркин не уважаешь. Ну камон, ты вообще ну, из этих радикальных. Я не радикальный, я это. своеобразный Давай так. Окей, хорошо. Ну что, давай двигаться к следующей новости, а точнее говоря, к вашим комментариям. Окей. В этот раз, наверное, их чуть поменьше, чем в прошлый раз, потому что, ну, долго будем читать. Вот, тут в тот раз в чатике писал Юра Артамонов, Артем, что можешь уже не стесняться, выпуск перешел 18+. Я, честно говоря, не помню, что ты там такое сказал в выпуске, надо поискать. Артем, кстати, если ты нас смотришь, напишешь, что ж там было, интересно. Да. Вот, вот пишу также, что спасибо за обзор инструментов, которые думали использовать. Это как раз к выпуску предыдущему про self healing инструменты. Если вы не смотрели или вам интересно узнать про self healing, не например, знаю. посмотрите Я прям сам этот. Посмотрел, мне понравилось. То есть прям. Рекомендую. Ты пересматриваешь выпуски. Ну вот конкретно про self healing мне просто к самому было интересно еще раз посмотреть. Клевая, <клевая> штука. Да, говорят, э, говорили это следующее. Было бы здорово в описании выкладывать ключевые слова, чтобы была информация в поиске, и было бы удобнее искать. Так вот, мы, значит, взяли эту штуку. А, вот так, наверное, надо. Да. Значит, взяли эту штуку. Э, ваш комментарий. Мы, конечно, хотели сделать, чтобы выпуски было удобнее искать. И тут как-то на днях кто-то взял и все переименовал. Теперь, надеюсь, вам удобно искать эти выпуски. И появился Они содержат... плейлист. Да, появился плейлист, содержащий все выпуски. Соответственно, в них нормальное название. Остается только ничего добавлять к последним выпускам. Нам с Артемом полезные ссылки. Но, в общем, мы, надеюсь, с этим Работаем. тоже справимся, поработаем. Вообще, ставьте лайки, если вам нравятся такие названия. Да, посмотрите предыдущие выпуски, там все изменилось, если вы еще... Вы уже смотрели, но не возвращались. Следующий комментарий. Вот очень, на самом деле, меня порадовало, что человек Марат... Чукмаров написал, что по поводу прослушивания видеоподкастов многие спрашивали про подкаст, как его можно в аудио слушать. Да, это... что, вот он, значит, на ListenBox запилил ссылочку, на которой можно все это аудио и послушать. Так что если вы хотели подкаст, у нас уже появился подкаст, и мы даже случайно о нем узнали. Да, с да, да, да. Там То есть... есть... Это прям круто. Да. Спасибо большое. Вот, ну и вот интересно, что в предыдущий раз мы обсуждали хидриниум э, э, и Ричек, э, да, и, в общем, тут у нас разные мнения с тобой были, и тут зашел Барух и сказал, что О, у вас комьюнити-конференции, вот как бы конкретно Гизенбак и в конкретно вот кто у нас смотрится на ошибку выжившего вообще прям прикольная самая теплая дружественная ну в общем я тут с Барухом обнимаем в общем да спасибо ребята вы действительно такие с вами приятно <с прям круто прям очень приятно да и Барух тоже привет заходи нас смотреть приглашаем каждый раз каждый раз в пятницу в 6 вечера по Москве приходи да ну что ж, наверное, самое время двигаться дальше. Артем, мы с тобой обещали сегодня в нашем выпуске, кстати, написано, что мы делаем сегодня докер и всякие вещи прямо в докере, покажем, да. как настроить и такое. Вообще, да, вофига, нафига мы это делаем? Ну смотри, почему докер? Я считаю, что вообще сейчас человеку, даже который не занимается программированием, который не занимается автоматизацией тестирования, уже сейчас докер очень-очень нужен. Появляется uh -huh. множество инструментов, почти все их можно запустить в докере. И даже если вы менеджер, даже если вы там ручной тестировщик, и вы как бы считаете, что докер вам не нужен, на самом деле это не так. И я сейчас расскажу, почему. Я часто, когда, ну, типа занимаюсь там, ну, я занимаюсь консультациями в нескольких компаниях uh -huh. и часто встречаю следующей проблемой человек на месте, один из участников команды, у которого нету там каких-то больших связей и голос которого не всегда слышат, то есть его слушают, но не всегда слышат. Да. Приходит и говорит, ребята, смотрите, вот у нас есть плагин для Дженкинса или плагин для Джиры или вот такая вот штука, давайте ее поставим, с ней поэкспериментируем, давайте что-нибудь сделаем. Да. И он приходит к менеджеру, менеджер говорит, у меня нет ресурсов, чтобы там админов напрячь, чтобы они твои плагины поставили. Я к ним пришел, они мне сказали… Ну, тебя все посылают. Да, они тебя посылают. Тебя все посылают, Я это нормально. Я пришел к админам, админы сказали, что мы в наш Jenkins боевой ставим плагины только через тестинг. А в тестинг, чтобы поставить, там надо его протестировать. И бла-бла-бла-бла-бла. во первых тебе до этого еще надо письма написать. Ты забыл, Именно. там несколько писем надо да. написать. С justification, почему да, тебе нужен да, этот да. артефакт. И в результате у тебя реально светлая идея, то есть у тебя вот этот вот порыв, он ну типа ну как бы затухает. То есть ты пришел, тебе раз сказали нет, два сказали нет, и всегда объясняют. То есть там тебе не говорят просто мы не будем. Они всегда объясняют, то есть мы там не можем положить Jenkins, ну и правда, наверное, не могут. Uh -huh. А проблема, знаете, в чем заключается? В том, что они value не чувствуют. Вот вы зашли и исследовали какой-то инструмент, вы почувствовали value. Но это value очень сложно донести до другого человека. И когда вы приходите к админам, у них как бы там дел по горло, у них там разваливаются стенды тестовые и так далее. И вы тут приходите там со своим сравнением скриншотов. Ну, как бы, ну и, да. никто этим заниматься не Какие будет. Скриншоты? просто как бы сейчас, не до этого. И поэтому всю вот эту вот штуку я рекомендую ставить прям у себя локально в докере. И если вы будете использовать вот такой вот подход, то вы локально можете построить чуть ли не весь процесс от какого-то комита до продакшена и сразу же увидеть вообще всю эту, ну, как бы всю цепочку, показать руководству всю цепочку, и тогда они уже посмотрят. И также вы можете скинуть админам уже готовый Docker Compose, они у себя локально поднимут, увидят, о, так это все ставится легко, о, а это плагин оттуда и так далее. То есть вы проделаете много работы, которая, ну, типа, нужна другим людям за них как бы аля, но при этом получить очень клевый результат и сразу же его продемонстрировать. Поэтому я считаю, что докер надо изучать всем, он очень простой, и сегодня мы это покажем. Да, давай, наверное, начнем показывать, Времечко идет, люди да. слушают нас, что там у тебя? Итак, у меня, как всегда, будет один очень простой тестик, и мы будем его потихонечку усложнять. Для этого у меня есть репозиторий, который называется Ярошенко АМ Docker example. На этом Он репозитории... уже публичный, можно зайти да, и смотреть. Вы можете зайти. У меня уже есть типа такая устоявшаяся практика, есть issues. Мы заходим в issues и угу. видим следующее. Добавляем зависимости. А, ну Тут вот получается, тест. что вот ты можешь все вот это вот посмотреть и делать по шагам. Да, то есть, по сути, тут расписаны полностью вот эти вот шаги, которые надо проделать. В каждом из шагов, если мы зайдем. Будет полная инструкция, потому что нам надо сделать. Поэтому давайте просто будем действовать по этой инструкции да. и. А инструкция-то о чем? Мы в итоге-то получим что? То, что типа все хотят в компаниях настраивать, чтобы ну, типа ты пришел а такой я... тестировщик и все это мог настроить? Я... Мы хотим сделать примерно следующую штуку. Я хочу написать один тест и показать процесс от запуска его в Дженкинсе до работы с джирой. То есть, грубо говоря, идея примерно такая. Представим, что ну типа вам очень неудобно и хочется, чтобы в джире отображались, например, результаты тестов. И Вы да. приходите к руководству и говорите: там давайте поставим один, второй третий, четвертый плагин. Они говорят, блин, это все опасно, мы, типа, боимся, как бы, о чем мы Я получим понял. и так далее. Ты говоришь, no problem, смотрите и просто начинаете показывать, как это все работает локально, как эта инфраструктура поднимается просто на отдельном, ну, типа, компьютере. Ну, короче, да. В общем, то, что, скорее всего, вам очень полезно на работе и то, что наверняка нужно вашим менеджерам да? или тем, кто вас нанимал на работу. Итак, так, что, что делаем? мы делаем? Мы копируем dependencies. Вот, есть да. такая штука, мы их просто берем, и переносим в наш репозиторий. Вот это депенденси на вот. что? Ну, это депенденси тут у нас есть Selenium. Selenium очень удобен, когда мне надо написать очень короткий тест. Да. Дальше есть Properties. Это owner библиотечка, которая позволяет нам работать с пропертями. Не факт, что мы успеем ее заюзать. Там я вижу allure. У нас есть allure, чтобы да. построить отчетик. У нас есть Selenium Java, чтобы просто у нас как бы, ну, в принципе, Selenium должен содержать эту зависимость, но я люблю указывать все явно. У нас есть Jackson Data Bind, возможно, нам пригодится, возможно, нету, в зависимости от того скорости нашей, да. и у нас есть G-Unit. Да. Дальше мы добавляем, потому что это все-таки именно, я вот всегда буду на всех своих этих штуках добавлять это вот так вот, потому что это то, что очень часто забывают и мне об этом спрашивают. Use G-Unit Platform. То есть надо указать градлу, что мы используем gUnit платформ. И это, как бы я не буду документировать, вы должны сделать это сами. Да. Потом добавляем э, Allure плагин. Это вот таким вот образом. Uh -huh. Все. И добавляем конфигурацию Allure. Она тоже очень простая. Там надо указать версию. Так. Все, у нас появился э, ну, типа, наш сетап. Мы в целом можем как бы еще один ну, закрыть и двигаться к написанию теста. То есть у нас будем... получился такой сетап для того, чтобы вообще можно было тест запускать со всякими вот да, этими и зависимостями. Да и построить репорт, по сути, да. как бы да. Дальше у -у -у. мы идем на uh, GitHub.com и тут мы будем проводить вот такой вот сценарий. Сейчас покажу. Uh, так, лучше давайте в Chrome. Сейчас мы пока на этапе того, когда вот вы пришли, да, вам я... нужно пока написать тест с каким-то репортингом на, наверное, селениде, сили... Про, да, Чтобы показать, да. как это все должно выглядеть. Что мы пишем? Вот мы сюда введем Ярошенко Allure Example, потом вот сюда вот жмакнем, потом жмакнем вот сюда вот, потом жмакнем вот сюда вот и проверим вот этот вот тайтл. Ну, я давай. сделал такой длинный тест, просто чтобы как бы, было много каких-то действий. Короче, оно типа будет забавнее. Но интереснее. тест не из разряда, туториал типа, зашел да. на страницу, открыл и закрыл. Да. А что-нибудь такое? Немножко такое, более, более что ли, ну, типа, да, да, более адвансит. Хорошо. Что мы делаем? Мы копируем вот этот код. Я, опять же, я могу все это написать, это не проблема, но мне кажется, что мы просто очень много времени потратим. Нет, то, а что ты это такие... можешь написать, я думаю, вообще не вызывает никаких сомнений. Я, кстати, на воркшопе именно это писал. То есть, ага. я как бы, ну, то есть, в плане того, что э, я, типа, у меня нет заготовки, как вы все могли подумать. Да, то есть вот Артем, он как? Он пишет либо копирует. То да. есть можно Артему посоветовать. Есть штука Life Templates в JetBrains. Тут uh -huh. ты должен, должен был Юра прийти и спросить. Так, и ребята, типа... а что вы тут не из темплейтов-то uh -huh. забираете? Все, ну, да? я понял. Окей. Okay. это Мы это учтем, кстати. На самом деле, Юра, этот, если у тебя есть информация о том, как можно было бы круто делать вот такие тестики Live Templates, это в плане того, что я прям создам а как его параметризовывать, это все? Да, это интересная тема. Мне кажется, что можно о ней будет как-нибудь рассказать да. и сделать такой вот примерчик. Кстати, Юра, заметь, у меня появился плагин, Qualitium плагин, потому что у меня старая версия DE, потому что там в новой, пока еще я не помню, поддерживается ламбок или нет. И последнее время мне было о, очень Lombok. тяжело. Ламбок это жара. К так, сожалению, ламбок используется в опенсорсных проектах, и мне периодически с ним приходится работать, и без этого просто никуда. И поэтому, как бы, у меня там предыдущая пока идея и с ней работает коалитиум, а уже есть Selenium UI, который для новой IDE, и там еще все лучше, но э, это тоже прикольно. Ну, так, написали мы вот такой вот тест, и давай его запустим. Давай посмотрим, что он будет делать. Так, он меня сказал, что у меня вот этот кондишн не заимпортен. Ничего ну, страшного. Заимпортим. заимпортим. Это небольшая не, не проблемка. Так, мы начинаем наш тест. Я так понимаю, что мы вот все это за закинули локально, записали да, это тестик, который прямо локально просто... запускает все. в браузере тестик и проверяет, что Именно. у тебя там То есть все у... есть на страничке. Да, у нас Он, типа, еще вот получился да, получился такой тест. И сейчас mm -hmm. давайте э, сначала сделаем градлю clean э, тест, запустим его через консольку. Mm -hmm. Еще раз просто прогоним, типа вот у нас запускается тест. Отлично, и второе, мы сделаем градлю алюр Так. это мы построим алюр. Как всегда, у нас выпадает вот эта вот неправильная штука. Этот pull request я уже видел. И у нас на команду алюр серф не скачивается сейчас алюр. И соответственно, это как бы не очень хорошо, но. Алюр он, как бы, сейчас нам покажет. Вот. Тоже локальный репорт алюра. Да? Ну, да, тут все. все привычно, ничего нового пока все. Я ну, не Все, ну, типа, вижу, вот да? у нас появился, короче, тест. Uh -huh. И uh -huh. в этот момент, как бы, ну, типа, вроде как все хорошо. Но теперь мы хотим перенести наш, как бы, ну, типа, грубо говоря, наш тест, мы хотим перенести в CI. Ну, И да. Если мы его в CI в Jenkins запустим, то там не будет браузера. Поэтому для начала мне надо поставить Selenoid. То есть я сейчас просто возьму и в докере я перенесу первую штуку в докер, чтобы у нас запускал, запустился селеноид. и чтобы тесты бегали не локально, с моим локальным да. хромом, а они будут с любым хромом в докер-контейнере запускаться. Ну я понял, то есть хочется, э -э хочется в общем, чтобы это... Ну чтобы оно было независимо, потому что у меня есть угу. локальное окружение, мне надо, чтобы там стоял обязательно Chrome драйвер э, нужной версии, мне нужно, чтобы там стоял Chrome нужной версии да, и так далее. Да, там да. очень много вот этих вот нюансов. Поэтому, ну и вторая тема, что я этот код запишу, запущу только ло, на локальной машине, и он не пройдет на GitLab CI, на GitHub CI и так далее, он не пройдет, потому что типа, ну там нету необходимых вот этих вот данных. Поэтому первое, что нам надо сделать, это поместить наш код в Uh, этот Вселеноид. Uh, Вселеноид. Хорошо. Что мы делаем? Поднимаем Вселеноид. И тут вот нам следующее ищем берем. Да. И тут вот нам надо сделать следующее. Нам надо создать Docker Compose файлик. Просто берем. Так. Docker Compose файлик. Создаем. И копируем. Как я нашел вот этот вот сервис? Я просто нажал в Гугле. Вот так вот зашел в Вселеноид. Вселеноид. Docker Compose. И первая И первая, ссылочка... первая ссылка. Она нам показывает все. Вот. То есть я никуда не ходил, я просто знаю, что по каким словам искать. Знаешь, На самом деле, любой знаешь у нас что там... есть Google и есть слова. Да, Очень я хорошо. примерно так. Очень я хорошо. копирую вот эти вот данные и сохраняю вот сюда. Вот. Дальше в документации у них написано, что тут должна быть конфигурационный файл с браузерами. Да. Это мы да. можем прочитать из документации. Я сделал пример такого конфига и смотри, какие у меня настроечки. Тут. У меня есть Chrome, дефолтная uh -huh. версия будет 75-я. И mm -hmm. у меня есть две версии, 75 и 76-я. Mm -hmm. Все, по сути, как бы вот это типа. А ну зачем тебе, а? А зачем тебе две версии, да? Чего? зачем тебе две версии? Ну пусть оно будет, как бы. А, Я ну, его скопирую ясно. тут вот. Хороший, кстати, ответ. Так не, ну просто, ну. Мы же все-таки делаем какую-то такую инфраструктуру. Ну, то ну, есть да. в этой инфраструктуре... То есть хочешь сказать, что кому-то может вдруг понадобиться, да. например, на предыдущей версии проверить Конечно. вдруг на каких-то клиентов, либо... еще не успели обновиться. Да, либо вторая... Либо вторая тема — это то, что ваша текущая версия когда-то может стать через полгода предыдущей. Ну, то есть вам надо по крайней мере думать о том, что ну, как бы конфигурация... А менять ничего не надо и добавлять ничего не надо. Да, да, да. Удобно. Потому что я когда начал, даже я могу это показать. Вот смотрите, у нас тут, типа, 75 версия да и давайте просто селеноид э, там селеноид дог да и смотри просто зайдем в селеноид и посмотрим какую версию э, в хрома он предлагает ну, типа, понимаешь, ну, да? Понятно. У 64. Тебя ясно. Ну, то есть, и в плане того, что я. Я к тому, что там не, недавняя продакшн-версия актуальная, она вот уже через два месяца становится не актуальной версией. Поэтому нам надо учиться. Ну хорошо, давай праузеры. давай все это запускать. Давай все я это запускать. Я положил ее вот сюда. Вот, да, вот она у меня появилась с браузерами. И теперь нам надо это все запустить. Для этого мы вызываем docker Compose App. Ой, Сейчас да. покажу. Да, я покажи. буду вот здесь, вот тут у меня просто. А можешь, поувель... Да, о, да побольше будет. Okay. Docker Compose App. Uh, у нас стартует Selenoid, и вот он сразу же мне написал. Он говорит, я нашел браузеры, yeah. и вот моя видеодиректория, вот моя директория с логами. Вот Docker API вершин да. и вот вам тайсдона. То есть он мне сразу же сразу взял все и все расписал. То есть я заметьте, я ничего не делал, просто выполнил одну команду, по туториалу. То есть для меня но, это но, но для того чтобы Docker compose и всякие такие штуки выполнять ну, нам нужно было скачать по, еще Docker, да. Там, но типа... это вы все но я думаю, что в Instrux... вы найдете как скачать Docker, поставить там да. на вашу машину Mac, да. Linux у вас или Windows. Дальше С нам Windows, надо будет сделать весело. следующее. Угу. А, мне надо добавить before и after. То есть вот типа я добавляю Before. Вот Before авто, которые тебе подготавливают заработать. Да, теперь мне вот надо указать, вот где с... у меня находится браузеры. remote веб-драйвер. Uh -huh. Да, вот uh -huh. я его типа сделал вот так вот. Uh, я селениду указал uh, сайт. И кстати, у меня тут сразу же есть типа небольшой фикс, который вот эту штуку делает. Сейчас я его покажу. Мы сейчас с ним запустим и без него. Да, давай. Uh, есть много способов Селениду передать. Uh, я выбрал такой способ, потому что он более наглядный. Uh -huh. И сейчас мы ровно по нему пройдемся. Uh -huh. Отлично. Uh -huh. Итак, что мы тут делаем? Вот. Desire uh, Capabilities Chrome. Да. Uh, что мы тут делаем? У меня есть URL, на котором у нас находится селеноид. Мы можем его прямо в браузере открыть. Вот. У нас тут, типа, вы используете селеноид. То есть, типа, он, он как бы у меня есть. Ну, Дальше я добавляю веб-драйвер потому что это API, это, собственно, как веб-драйвер в принципе работает. Uh -huh. Потом я создаю remote web-драйвер, выставляю ему разрешение экрана и выставляю его селеноиду. То есть вот это вот, эта селеноидная штука. Uh -huh. ну, и Каждый соответственно... раз перед тестами. Да. Uh -huh. И теперь смотри, давай я закаменчиваю выставление Dimension а и запущу наш тест, и он uh -huh. упадет. Uh -huh. Так. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, он поднимает селеноид с этим. Вот, смотри, вот у нас селеноид логи. Да. Ну, типа, вот у нас все есть. И он падает. Мы такие, а почему он падает? И выполняем команду allure Surf. Угу. И хочешь сказать, что у нас в allure-report будет очень удобный способ ну, типа, найти, почему упал. Ну, да, и прямо мы, типа, там понимаем, что все. у нас, типа, не открывается э, страница с этим. Я не добавил листнер, э, который будет печатать скриншот. Э, извините меня, но я просто покажу этот скриншот. Сейчас покажу. Вот он будет вот так вот выглядеть. Проблема в том, что мы видим маленькую версию гитхаба, и тут нет э, контрола для поиска. А -а -а. Понял прикол? То есть, смотри. Упал контрол. Да, то есть он упал, потому что вот смотрите: оп! И контрол пропадает, У -у -у. в зависимости от разрешения экрана. Да. Именно поэтому я здесь возвращаю разрешение экрана. И мы опять... Да, запускаем... определенное, в котором... Да, есть... я просто решил Понятно, как бы да? такое пожирнее, побольше выставить, этот, выставить его. Хорошо. И смотрите, мне очень нравится наблюдать за логами Селеноида. То есть я ничего не ну, делал... Потому а что он, ты типа... любишь зеленые буквы. Ну, и да, себя а, хакером. а Он для меня, короче, делает работу. То есть, типа, вот он поднял нам, короче, Селеноид, ВНЦ. Да. У нас, типа, есть вся необходимая информация. Хоп, и у нас тест прошел. Mm -hmm. Отлично. Теперь наш тест запускается не только локально, а мы можем вот этот вот код отдать любому человеку на Windows, на любом окружении, и он сможет его запустить, и у него будет один в один. Потому что зафиксирована версия браузера, зафиксирован версия веб-драйвер-менеджера. Ну, в смысле, этот, no. э, этого... Э, короче, вся вот эта штука, она зафиксирована просто в одном, вот в этом вот docker-compose файле. То есть оно будет работать гарантированно одинаково, Независимо от того, на какой тачке это запускается. Да, то есть по сути у тебя есть сейчас сетап, как это делать локально. Локально сделать. Но при этом да. ты локально можешь теперь э, распилить на куски. Локально да. у тебя может быть тест, тест. А вторая часть, которая запускает сам селеноид, на котором все это будет да. крутиться, может быть где-то на машине. Где, где угодно. Неважно Мне где. Неважно. Типа да. там, Digital Ocean положил, Именно. там оно крутится, а пишешь тесты, ты отдал тесты писать или сам пишешь или кому-то. Да. И как бы какая, ну типа какой, ну типа такой маленький промежуток. Точный вывод, грубо говоря, вот мы сейчас подняли селеноид буквально за несколько ну, типа, минут. И если у вас есть проблема с веб-драйвером, если у вас тесты нестабильные, руководство там по какой-то причине именно отказывается типа говорит, что не надо нам никаких селеноидов, и так далее, вы просто можете сделать у себя пример, запустить одну команду докер композа, и у вас будет готовая сессия. Ну ладно, поехали дальше. Да, давайте дальше. Время бежит. Да. Я вот здесь вот а сделаю. Вроде мы с... мы еще хотим. Up-D, я делаю commit, git status, git uh, add. Um, uh, status, git add, git commit, add solenoid. Дальше мы делаем Jenkins. Я очень часто встречаюсь, ко мне приходят, ну, типа, там, сотрудники и говорят: Дема, типа, uh -huh. а как будет выглядеть такой-то плагин в Jenkins?» И у меня постоянно как бы, ответ примерно такой: Блин, запустите его в Docker Compose и посмотрите, как это будет выглядеть. Не надо никого тревожить, это все можно сделать самостоятельно. Что мы делаем в этот момент? Мы uh -huh. переходим в наш репозиторий, в следующую секцию. И поднимаем Jenkins. И тут для этого в Docker Compose надо добавить вот такую вот секцию. А Jenkins нам нужен для того, чтобы вот CI. эти тесты, которые да. там у вас вы пишете локально, где-то запускаете уже, или у себя там запускаете, нам нужно, чтобы они автоматически, например, запускались, когда вы пишете какой-то код. И понятно, что вот Jenkins добавляет вот этот вот, он делает, в общем-то, за вас эту работу. Вот поэтому типа Continuous Integration инструмент. Да, да, вот я просто выполнил одну команду, и вот у меня Jenkins побежал. Uh -huh. То есть я опять же говорю, если мне надо поэкспериментировать, если мне надо создать какую-то джобу, убедить сотрудника или там коллегу в том, uh -huh. что э, надо поставить какой-то плагин, который мне принесет пользу и так далее и так далее, я просто беру и поднимаю этот Jenkins. Он у меня будет доступен вот здесь, uh -huh. вот. Вот у меня появился Jenkins, сейчас он стартанет. Да, таким я образом можно и потестить него... все эти плагины, как да, ты говоришь, я прямо локально. я пост поставил угу. плагины туда, потому что это займет просто много времени, ну, как бы именно ну, сетап понятно. вот этого Дженкинса. Да. но ä, тут как бы построен просто ми 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 минимум. Вот, я ввожу логин-пароль, no, no, не надо, я создаю джобу и пишу докер. Экземпл. Я буду использовать freestyle Job, потому что она для демо очень наглядная и показательная. Uh -huh. И дальше я перехожу в свой репозиторий, и мне надо URL, по которому я буду скачивать. Я только что закоммитил в него нужную мне информацию. Секундочку, я потерялся. Вот он. Окей. И мы да. тут используем гид. Мы говорим, вот наш URL. Мы умеем запускать тесты. То есть ты прямо в UI настраиваешь да. себе тот вот Jenkins, который ты поднимаешь. Да. Я прям вот тут типа Прям да, это так, все... наверное, как вот делают ваши там девопсы или да. кто занимается всем этим, всем этим делом. То есть, по сути, вот я сделал наш этот и добавлю еще построение Allure Report, который я строил э, до этого локально. Build Allure Results. Да. Save. Все, это, опять же, у меня заняло это буквально несколько минут. Вся Даже операция, поднятие и так далее. И угу. давайте запускаем. Да, то есть сейчас вот ты рукой запустил все эти тесты, которые да. у тебя есть. Там. И смотри, да. у меня вот есть рядом логи Jenkins, и он мне прям, ну типа будет сейчас писать вот о том, что типа он какие джобы он запускает и так далее и так далее. И все это очень круто дебажить. То есть в плане того, что если у вас какая-то джоба по какой-то причине вдруг падает из-за какого-то uh -huh. плагина, несовместимости версий, окей, если вы хотите кому-то продемонстрировать, как будет круто работать ваши плагины, пожалуйста, все запускается на локальной машине, все э, прекрасно работает и типа ну вся проблем. И очень легко поделиться с коллегой. На самом деле, если хочешь, можешь как бы зайти на Дженкинс и посмотреть, и стартануть джобу, а я на это все посмотрю как бы, ну, самостоятельно. Uh, да, давай, я попробую зайти на этот У меня, Jenkins. кстати, этот почему-то не получились. Салюрс, Далтс, Градлю, тест. Сейчас Интересно. я, сейчас я, да, пока ты фиксишь, да, я пока пока fiction. ты фиксишь я как раз зайду на Дженкинс и покажу, как это делается с даже вот какой-то машины, на которой, например, мне доступ Тёма дал да. к себе, я вот захожу также на этот Jenkins, как вы видите, и тут вот все это есть, вот этот вот Docker Example, вижу, что Тёма что-то запускал, вижу эту джобу, то есть, как вы понимаете, можно на самом деле, локально что-то запускать и что-то демонстрировать не только вот прям со своим лаптопом в руках, да, можно точно так же давать доступ внутри сети, там, своим коллегам, с которыми вы хотите поэкспериментировать, там, если у вас несколько команды. Точно так же, как и показывать, там, если вашему руководству нужно доказать, что вот там нужно поставить... Силеный, нужно поставить, типа Дженкин с такими-то плагинами, там типа репортинг туда можно залить, еще что-то. Вы все да, это я можете сделал сделать. Да. режим мастер. Сейчас мы... Да, запустим вы второй это все раз, можете вот сделать, и на самом деле ты добавил build now, да? Да, я сейчас сделал еще этот, и вот ты запустил тоже версию, и я запустил да. версию, и мы посмотрим типа, уже на один инстанс, э, и у нас, типа, сейчас все заработает, вот у нас пройдут тесты, мы там увидим Allure Report, и там будет все прекрасно, и так далее, и так далее. Все так, все так. То есть, позволяя... Вообще, мы, получается, за 5 минут получили уже несколько вещей. И селеноид и Дженкинс, и все научились запускать да. свои машины. И все еще это у нас билдится. Так. Прикольно, я говорю, что мне очень нравится, что ты можешь очень быстро устраивать пайплайны. Я говорю, я в своей работе работаю часто там... Jenkins, Jira, там, GitLab и так далее. Тебе да. надо все это проверить быстро, как это работает в связке. Или показать кому-нибудь ну, кому какой-нибудь пример. Для этого Docker — это отличный инструмент. У нас, да, сейчас все наконец-то сбилдится. Мы построим отчетик. Отлично. Вот у нас появился тест. Uh -huh. Можешь обновить страничку. А у меня он даже вот... Да. А -а -а. И вот у нас появился Allure-отчетик. Ты можешь зайти, посмотреть и так далее. То есть в этом плане... Uh -huh. Да. да. Все вот у нас все появился так. типа Allure-отчет. Вот этот тест? Да. Открываем существующую ищу, в нем да. есть бади, тыр-тыр-тыр, да. все есть. Дальше, как бы, ну, типа, ну, вот, как бы, вы так показали, ну, типа, руководитель вам uh -huh. говорит, типа, окей, как бы, ну, допустим, вот у нас есть автоматизация, мы уже научились писать тесты, uh -huh. за нас уже в докере поднимаются браузеры, они стабильно поднимаются, ты настроил CI, в котором вот у вас тесты запускаются да. по крону либо так далее, то есть это уже совершенно, ну, типа, другая машинка, и вы до сих пор находитесь на своей, как бы, ну, типа, локальной машинке. Что ну, следующее? Да. А давай поднимем джиру вот, типа джиры да. и давай, все пользуются. Давай Jira, э, у тебя она есть в. Э... Ровно так же в докер контейнере, тоже. И опять давай. же, ко мне часто приходят, э, как бы с вопросом: а можно ли попробовать там какой-нибудь x-ray плагин, mm -hmm. или там еще какой-то плагин, или что-то, какую-то вот эту вот, э, ну, типа, задачу решить. И для этого им надо экспериментировать. А где лучше всего экспериментировать, конечно же в докере. Ну, в же докере можно да. поднять как бы джиру прямо тут. Давай. Давай я на тебя переключаюсь да. и посмотрим, как добавить жиру еще к этому да. всему. Чтобы подавить жиру, надо естественно погуглить. Ну то есть вы также пишете Google докер, джира, а потом берете, копируете вот так вот таким вот то образом. Также этот compose файл. Да, compose файл. Прямо Переходите. в один все фигачишь. Да, прям в один все uh -huh. файл фигачу, и у меня появляется джира. Опять же. Это очень круто, потому что вы никому не запорите. Админы Джира, они на самом деле довольно пара, ну, п -п параноики такие. У uh -huh. них много возникает вопросов, когда ты приходишь с какой-то своей гениальной идеей. Ну, очередной. конечно. И они как бы говорят... Типа, Во-первых, там некоторые сначала... плагины платные, Тем, а да. во-вторых, там типа есть большая конфигурация, которая в компании, в этих Джира, это отдельная история. Да. И что мы делаем? Мы пишем Docker Compose, A-D Джира. Да. У нас поднимается Джира и мы сразу же посмотрим ее логи Джира. Угу. У нас вот пишется очень много информации Джира, так вот она любит стартовать. Да. Опять же у меня Джира один раз уже была запущена только для того, чтобы она первый раз когда стартует это занимает где-то 7 минут угу. просто вот именно инициализация всего ее контекста. Но после того, как вы ее стартанете второй раз, она уже будет гораздо быстрее стартовать. И вот сколько мы видим, на нее можно уже даже сейчас зайти, она нам будет красивый прогресс-бар рисовать. Да-да-да, у говорит... меня тоже она грузится, я вот зашел посмотреть. Да, вот типа выглядит она вот таким вот образом, мы можем пока расслабиться и давай подумаем, какую задачу мы будем решать. Я предлагаю создать один проект внутри жиры и завести там какой-нибудь баг. то есть вот представим, что типа вот у нас, ну мы там вот при, перед менеджером, он говорит, зачем мы да, играем, менеджер вот... сотрудник, да. зачем типа или там, зачем вот эта ваша автоматизация, ну то есть зачем она как бы кому она вообще нужна? Мы говорим, ну как же, вот смотри тест, он говорит, я ему не доверяю, мы говорим, окей, смотри, вот как бы Allure-отчет. он говорит, ну более-менее теперь стало понятно, как бы что типа в тестах происходит, но, и так но далее. вообще непонятно на самом деле менеджер, где этот твой Allure-отчет, откуда он тут откуда пришел он... и как он вообще туда. Как... заходить потому типа, что в жиру понятно как да. заходить в ней задачи в да. ней там доска проектов канбан например в ней мы выставляем все эти приоритеты время Именно. и сколько кто должен делать, а в нем еще и можно посмотреть какой сотрудник когда да. занят да например да, это а прекрасно. этот алюра твой отчет вообще как бы не пришел Азе Баян, где-то нужно там где искать эту Согласен. ссылку фиг найдешь еще. и та, да. также как бы его не особо волнуют как бы конкретно селеноид конкретно дженкинс конкретно вот эти штуки не могут волновать других ваших коллег то есть там коллег по автоматизации будут волновать соленоид, потому что вас просят, как бы а как мы а будем как параллелить. Да. Ну, типа, вот вам решение. Коллег, конкретно разработчиков будет ну, типа, интересовать Дженкинс, а как мне типа ваши тесты дернуть? Ну, типа, да. вот дернем, вот у нас типа уже есть. А даже не нужно дергать, потому что они у вас наверняка будут сами дергаться по каким да. Например, да. дальше что мы сделаем? А теперь приходим к менеджеру и говорим, менеджер, смотри, мы типа создадим вот тут вот ищу и uh -huh. uh, и, допустим, пусть у нас это будет баг, и мы пишем «cannot Kenneth, can uh, Kenneth, Open, uh, да, Open, issue in GitHub. <laughs> вот примерно так. Да, я вот... ищу number, составил. ну, типа, тут вот, и тут напишем 12. Ну, вот такой вот специфичный баг, короче, нам завели. Uh -huh. uh, мы создаем вот такую вот issue. Отлично, это у нас опять же как прикольно, что это все у нас локально И вот у нас тестик Давайте поломаем наш тест так, чтобы он как будто бы падал Ну то есть мы же багу какую-то нашли да. Ну то есть типа и так далее Что мы тут делаем? А, вот у нас есть title и он contains hello world Я поставлю тут три возрастательных знака Вот uh -huh. таким вот образом uh -huh. То есть там типа как будто бы что-то все-таки сломалось Что мы делаем дальше? А, мы вот здесь вот делаем аннотацию issue И вот здесь вот делаем ae2 Это какой у нас ключик? секундочку, еще, а е2, вот, вот у нас красивенькая такая, красивая такая вот еще, в ней типа, вся информация есть. Мы просто берем и копируем сюда вот такую вот штуку. И дальше мы делаем commit, также, hit status, git commit, add, uh, issue, uh -huh. and uh, break. Test. Ну вот здесь, здесь Тёма не добавляет ищу как лин линковать, ну, да. чтобы, но в целом понятно, Ну то есть что... я просто мар маркернул Т, да. типа он как бы теперь да. будет с этой э, ну, типа, задачей связан. Переходим в Jenkins, э тут нам надо отмотать назад, вот, и запустим наш тест. Раньше он был зелененький, теперь он будет красненький. То есть у нас появится, э, грубо говоря... Ну, раз ты сломал, приш... Да, придется ну, падать. Да, да, ему придется как бы упасть. То есть вот как бы ну, такая вот у него судьба так как он у нас э, тест under test, то мы можем э, попросить его немножко по э, Угу. По Посбоить. То есть, у нас сейчас, пока с тобой что есть на этом этапе? То есть, у нас э уже есть инфраструктура. Докер, селеноид да. с, со селеноид всеми нужен, чтобы параллелить и тесты и запускать да. на разных версиях. Дженкинс нужен, чтобы быть единственной точкой правды. Потому что если что-то запускается на Дженкинсе, этому доверяет, если да. у вас локально что-то не работает, а на дженкинсе работает, проблема у вас. То есть, это единая да. точка правды прямо вот как бы. Такая. И у нас есть еще джир. Для, для рядом. Это мы то... как бы показываем результаты баги. нашего тестирования да. менеджеру. Да, да. именно Итак. так. У нас проходят наши тестики. Вот у нас тест упал. Отлично. У нас строится алюра отчет. Uh -huh. Uh -huh. Давай, давай, давай. Отлично. Мы переходим в наш алю отчет. Вот, и видим, что у нас тест упал. Отлично. Да. И он говорит, что мы упали на проверке тайтла. И он говорит, что текст должен быть вот такой вот, как бы. А на самом деле у него вот такой вот текст. То есть мы типа в принципе тут уже видим информацию о том, какая ошибка произошла. Ну и теперь как бы вопрос такой: а почему как бы как нам вот эту вот информацию прокинуть вот сюда вот, ну типа в джиру? В джиру, да. Прямо, потому что ты ну, вот типа и ну. Как это бывает, да, в жизни? У тебя есть, как бы, люди, которые пишут обычно тесты, да, да. есть люди, которые там, например, пишут код. Обычно это разные люди, но ну, да. так получается. И вот они могли на самом деле ошибиться, выкатить новую версию. Что-то могло пойти не так. У вас ваши тесты настроены в CI, которые постоянно гоняются, но видны там в Jenkins, допустим, они видны, что mm -hmm. падают. Ты видишь, как раз. Да тестировщик, там разработчик условно может видеть, а может быть он да. не, не видит, но менеджеры вопрос, да, обычно, типа а где а где, где доказательства, что что-то там сломалось, да. вообще что вы там файтитесь на митинге, какие тесты, что, где смотреть, потому что да? ходить в Jenkins, искать, что конкретно упало, это у тебя там один сейчас, да, там билд, одна а, машина, да, запускает Именно. один проект, по факту у тебя может быть там 100-500 проектов, Куча машин и искать каждый раз еще, как бы когда тебе нужно там быстро решить эту ситуацию конфликтную какую-то, да, например, это вообще нифига не, да. не изи. Поэтому что? Поэтому он идет Поэтому, в джиру. Да, мы берем вот такой вот плагинчик для джиры, который вот у нас есть. Ну, как бы вы можете поставить его прямо сейчас. Он просто находится в маркетплейсе, Я его уже заранее поставил. Соответственно, как бы он позволяет а вам. А он бесплатный, Артем? Да, естественно. Ну, типа Хорошо. free app, free app. Он всегда так. будет free, как бы без всяких этих ограничений. Это шалюр. Итак, угу. дальше мы что делаем? Дальше нам надо в настройки Jenkins а добавить вот такие вот параметры. Нам надо указать, что этот плагин работает, указать, где находится Jira, указать юзернейм и указать паспорт. Ну, я админ-админ использую для примера, но типа в целом. То есть мы типа что делаем? Мы берем и начинаем переконфигурировать нашу джобу, доконфигурировать. Заходим в секцию конфигура, вот таким вот образом. Сделаем inject и сюда прямо пишем. Allure Jira Enabled. Это значит, мы включили а, наш плагин. Второе, это наш, где находится Jira. Она у нас находится вот по такому адресу. Uh -huh. Ну, типа, я вот ее открыл, это мой внешний, ну, типа, в сети IP-шник. Вы его можете вот здесь вот обнаружить. Open, open Network. Ну, открываем настройки, и вот у меня есть вот этот вот IP-шник. Это, типа, тот IP-шник, который мне выдал роутер. И вы его можете также передать, например, как Артем да. мне передает этот IP-шник, да, чтобы я зашел и Сева посмотрел, может что же там крутится у Артема. Да, то есть, типа, Сева может зайти на мой локальный компьютер и как раз-таки посмотреть, типа, что там происходит, да. собственно, что он и делал. Дальше мы э, вставляем у нас э, логин-пароль, что у нас админ получается, и также вставляем паспорт mm -hmm. вот таким вот образом. У нас получился вот такой вот сетап. Мы, типа, сохраняем его uh -huh. и делаем сборку. Собственно, что этот плагин делает? Плагин добавляет в саму джиру дополнительную информацию, ну, грубо говоря, дополнительные ручки, которые умеют принимать результаты тестов от Allure. Эти ручки довольно абстрактные, то есть на самом деле, если у вас есть желание типа из своего фреймворка, минуя Allure, туда постить результаты, то в целом, ну, мне кажется, что там проблемы никакой не будет. Посмотрите, как это реализовано, то есть оно как бы будет работать и там, и там. Это не проблема совершенно. То есть тут как бы просто мы сделали этот плагинчик, чтобы разработчикам и тестировщикам всего мира стало проще и легче интегрировать свои тесты uh -huh. с Jira. Так. А тем временем у нас проходят тесты. Так, так, так. Ну, то есть я так подозреваю. Что должно что-то случиться с джирой? Когда у вас пройдет тест, там должно что-то появиться в этой баге, да. показывающее, что вот там ваш тест проходит или нет, именно так. И обычно как раз я говорю, что этот обычно камень преткновения происходит примерно так: что вы приходите и говорите, а поставьте, пожалуйста, вот какой-нибудь такой вот плагин, ну не джиру. Да. Это джира, это ой, алюр для джира. Это просто очень конкретный пример. Я не про это имею в виду, что вы приходите и говорите: там да, поставьте мне тайм-щит или какую-нибудь там таблицу, или там маркдаунт. Да. какую-нибудь это, то есть любую тему, и вы встречаете сопротивление. И вместо того, чтобы просто приходить с какой-то абстракцией, что это надо сделать, можно весь сетап собрать на своей локальной машине и показать, что смотрите, ребята, если мы поставим вот это, вот это, вот это, то у нас появится вот такая вот как бы красивая обертка. Uh -huh. Тем не менее, у нас прошли наши тесты, мы можем зайти в Jira и обновить страничку, и у нас вот такая вот штука появится. Uh -huh. Вот ее можно подзакрыть. Ой. У нас появится тест, у него будет открываем существующую ищу, у него будет название ланча и статус. Соответственно, мы увидим, что у нас есть сломанные тесты. При приближении кстати, верстка от жира, она видишь, уходит в никуда. Ну, Окей, да. мы можем нажать вот сюда, вот, и мы перейдем сразу же на этот тест, Во. сразу же поймем, Вот типа, это удобно. То есть, да. сразу ты попадаешь на отчет, который, о котором вы там с разработчиком да. спорили. То есть, по сути, как бы да, у тебя есть полностью визуальные доказательства того, что, ну, типа, что может произойти. И в целом после такого как бы ну подхода у вас получается довольно ну типа такой клевый как бы сбалансированный сетап то есть да. типа вот ну типа что мы сделали по сути я пришел к разработчикам и говорю ребят давайте добавим вот какой-то наш ну типа вот такие вот плагины добавим вот такие вот интеграции чтобы у нас был такой процесс они говорят блин там там, скорее всего, что-нибудь одно не будет работать, второе не будет работать, третье не будет работать и так далее. Ты говоришь, no problem. Просто выделяешь там 3-4 часа времени, спокойно собираешь с одним тестом, с одним примером, сетап у себя на локальной машине. У тебя есть Jenkins, у тебя есть Selenoid, у тебя есть э, этот джира ты сделаешь полностью вот эту вот конфигурацию запускаешь ее локально и потом можно хоть демку с этого делать то есть приходишь как бы в любую компанию любую команду и говоришь там ребят смотрите вот как бы как оно может выглядеть Ну, по крайней мере это может быть как раз ответом на вопросы на собеседование чего нужно или там э, что ты можешь сделать Опять же, как это должно выглядеть это очень кру крутой да ты прям вот совершенно в точку вот представьте что если как бы человек приходит на собеседование э, его там просят написать тест он такой типа Хоп, Дженкинс поднял этот, ну, ну поднял. как видите, тут можно посмотреть видео, просто, может быть, на паузу где-то ставить да. и просто повторить все, что там у, э, в репозитории лежит, да, у Артема. И, пожалуйста, Либо какое как тест тестовое все. задание вам приходят, ну, как бы на да. это собеседование. Вы просто репозиторий, сразу с Docker Compose. -ом. Там человек, как бы, ну, инструкция. поднимите Docker Compose, запустите тесты вашей Jenkins жобы, и там сразу же люди такие, нифига, там, типа, вообще все, как бы, интегрировано, оно все друг с другом связано. Да. Запускается на разных версиях браузера, как бы, камон, удивительно. И это, как бы, именно инженерный скилл, а не программистский. То есть мы кода практически никакого не написали. Ну да, оно ты все просто работает все, работает накопировал на вставил, там только взял тестик, да, который вот уже был. Но есть еще как бы одна проблема. Вот смотрите, у меня типа есть это все как бы на компьютере. По сути сейчас единственное, что у меня тут не сделано, это IDE. То есть по сути вот как вы видите у меня ну типа вот это это все в браузере. Да 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 В браузере. Вот здесь вот находится. Вот у меня короче этот вот это вот это консолька. То есть тут запущены какие-то процессы. Вот здесь вот у меня как бы открыт этот. Но IDE до сих пор у меня находится вот непосредственно в браузере. Так. И вопрос такой, а как мы можем, ну, типа, ну, от этой штуки уйти? То есть, по сути, чтобы мне дальше программировать с телефона, чтобы мне прямо чинить вот эти вот баги и делать что-то, ну, как бы прямо, угу. ну, как бы без инфраструктуры вообще, мне не хватает прикольной одной новости, которую мы сегодня обсуждали, как можно прямо... Mm -hmm. Ну, типа, весь проект прямо закинуть вот в этот вот репозиторий, точнее, в докер контейнер, когда у вас будет IDE прямо из докер контейнера работать. Да, и наверное, что? Я давай покажу, как это можно сделать. Да. Мне тут это, подогнали, сделали подгончик. Вот okay. iPad. Вот Opa. iPad, вот я его держу в руках. Вот, да. пожалуйста. Нет, нет, Вот, да, да. поставь его сюда. Вот он, да? вот, вот он, смотри. пожалуйста. Это, мы... это iPad. Это вот iPad. Смотрите, давай, убирай свой ноутбук. Теперь он никому не интересен. Подвинь его, да. Да, ноутбук это в это прошлый век. Это уже никому не интересно вообще. Вот iPad. Да, вот. Давай. Давай, давай посмотрим. Я на iPad открыл то, что вот мы с тобой сегодня да. рассказывали по ремоуту. Видите, сверху у нас, соответственно, мой адрес, который вот можно узнать, как показывал Артем. Да. Соответственно, что я сделал? Я... Загрузил. Я правильно понимаю, что ты сейчас прямо этот будешь тыкать пальцами в этот в монитор? Да, монитор. Но ты смотри, на самом деле вот я сейчас очень хорошо вожу по монитору, а, да. И он но не, как не все бы работает. нет, да. Но работает, да. Работает, видите, Скролится? Ну да. Не скролится. Но, кстати говоря, интересно, что вот действительно я могу загрузить проект, загрузить с GitHub а проект вот который ты именно сейчас делал. Я все это пока ты. О, кстати, да. а я могу? Подожди секундочку, я сейчас попробую влезть в твой этот, э, да. твой, короче, э, мирок. Подожди-ка, подожди-ка. Ну-ка, ну-ка. Да, давай. Можешь, я сейчас немножко тебе можешь, можешь ты, ли, Можешь ли ты мне что-нибудь поломать, пока я тут все еще ну, показываю ты красивую пока демку, делай, да? Как бы, да? Да, 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 а, Помнишь, да. Помнишь, мы там три вырассательных знака поправили. Да, во-первых. Да, во-первых, мы хотим, скорее всего. Интересно, знаешь, что, что мы загрузили, и нужно да, запустить, на самом деле, чтобы с Gradle. синхронизировались все да. эти штуки. Я это все делаю пальцем. Это прикольно, на самом деле, что какие-то штуки действительно можно сейчас пальцем понажимать. Не, не очень работает скроллинг пальцем, не очень работает. На самом деле, как вот мы с Тёмой сейчас проверяли до, в, 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 если нужно что-то скопировать и вставить, Опа. это тоже не очень Смотри, работает. Смотри, я тебе сейчас помогу. Так, где ты мне главное скажи, чтобы я показал, Во. где ты находишься. Ну, а я вот сейчас типа нахожусь, <пых> я тут кликаю. Ладно, давай ты кликай, я пока буду наслаждаться видом. Хорошо. У нас, помнишь, был был вот этот кондишн, который да. нам нужно. Э, У нас тайтл был. Я туда добавил три э, высотных знака. Да, вот он Hello World. Да, давай его поправим. Э, хотел заметить, что немно, немножко есть лаги, да, то есть да. я на самом деле пока не уверен, как я, например, могу экран э, переместить немножко вправо. И mm -hmm. вот вы видите, что я, например, нахожусь в Hello World, и иду курсором вправо, да? да но его тоже не видно. Ну то да. есть. Но, ну, тем не менее, я знаю, что нужно удалить один восклицательный Два, два, чтобы один... Два восклицательных знака, да, вот удалю два восклицательных ага. знака. Ну и что? Что, и наверное? Делай я сделаю комит. Я бы воспользовался, чтобы для комита своими любимыми ходкими, которые я очень люблю, но что-то мне подсказывает, что они не работают. Ну, да? окей, ну, тем не менее... С iPad а действительно не работает, ну что поделать? Видишь, у нас еще докер, на самом деле, подтягивает зависимости. Это занимает какое-то время. Прям, вот смотри, прикольно. То есть оно билдится прям, короче, внутри. То есть типа, да. это уже не компьютер. То есть мы да. можем сейчас вот этот вот докер-контейнер запустить вообще на удаленной машинке. Все так. Собственно, как и делают в Фейсбуке, как делают в других компаниях. У них да. вот такой вот сетап, он становится на удаленной машинке. Да. И как бы там ты не имеешь доступа к исходникам, а только через веб-интерфейс. Давай, делай комит. Да, абсолютно. Но я хотел сказать, что, да, вот действительно, вот, все это нажимаешь пальцами. Очень хотелось бы уметь возможность настроить все это. Ну, так как бы с ходкими, которые мне привычными. Но да, но тем не менее, что можно написать какой-то простенький комит. Угу. О, кстати, интересно, что вот он, видите, внизу? Я вот как бы не знаю, как туда проскроется, но, допустим, я знаю, что там будет. Да. Так, значит, а ты, кстати, я... По логину сейчас... паролю сделаешь комит-то вообще? Я вот... Интересно. У тебя там, да. Просто если у тебя дабл, дабл короче, авторизация, то, может, не сделаешь. Ну, ну я чего-нибудь сейчас придумаю в прямом эфире. Вот. Но, тем не менее. комиты пуш. Посмотрим. А-а. Давай еще раз. Давай посмотрим так. Давай попробуем вот так сделать. Вот я сделаю... Вот так, в попробую сделать э, логин. Да, говорит, что не хочет. Потому что у тебя двухфакторная авторизация. Да, и он э, что-то... Что э, ну, тебе ему... надо ее выключить. Да, да, но тем не менее, попробую сейчас еще раз. Mm, прошло? Угу. Кажется, что он пушнул. Но мы не увидим это. Так, сейчас я проверю. Давай посмотрим на ну, у тебя. есть? Я тут... просто проверю, пока делай вид, как будто ты, короче, все это все, ну, все хорошо. Как будто у тебя все хорошо, да. Ну, сейчас. действительно, с iPad не так удобно. Ну, сразу вот не так удобно, как вот мне Нет, показалось... ты не пушнул, но давай все-таки сделаем вид, что ты пушнул тогда. Хорошо, давай, короче, хорошо. Это, мы типа зависли только на этапе комита, ничего страшного. Переходи в Jenkins, Представим, что ты сделал этот комит. Да, вот у меня тут открыт Дженкинс, тот, который у Тёмы. Я в него могу точно так же зайти. Не буду сохранять. Зайду вот в этот проект Docker Example. Да. Ну и, наверное, Тёма, сейчас ты пушнешь. Ну, типа, он... так я пушнул, все, давай, делай билд. Давай билд. А, билд. Хорошо. У нас триггерился билд. Да. Затриггерился ли. Затренировался билд, mm -hmm. вот он пошел шестой билд, да. мы его видим. О, ну вот, кстати говоря, что вот так вот увеличивается ну, да, сильно прикольнее у, и удобнее. Уже, уже прикольнее, да. То есть получается, что, ну как бы, по сути, мы получили проблему то, что у тебя двухфакторная авторизация, из-за этого ты, короче, не мог. Но, ну, как бы первый раз хорошо сработало. Да. Наверное, что-то может быть надо потестировать еще. Да. Но тем не менее ты, как бы по сути сделал изменения со своего iPad, да. и у тебя ничего вообще не грелось. То есть, у да. тебя то, что греется, вот идея, когда вы запускаете, она часто, короче, позволяет ноутбуку вашему немножко взлететь. Его надо так придерживать, короче, чтобы этот он типа, не улетал от вентиляторов. Да. Но тут получается, что у вас совершенно тонкий клиент. И вы можете чуть ли не с телефона делать вот такие вот апдейты, и это уже прямо ну типа очень интересно все так. и как бы это, Окей. Okay. Но вообще вообще хочу сказать, что иногда это прям действительно хороший хороший кейс, когда ты едешь действительно где-то где-то быстро надо сделать изменения. Если вот там было бы поудобнее с хаткими еще что-то, да, то я бы вот привычными ходкиями сделал да. бы это быстрый комит, там типа нажал да. бы команд команд кей типа оп и все улетело. У нас и посмотрел тест. и посмотрел бы и посмотрел бы результаты. Вон, да. Allure репорт появился. Давай, на него вот перейдем. посмотрим Allure репорт. Все, у нас типа все зелено. А теперь давай перейдем в Джиру. Так, Jira у меня как раз тут сбоку открыто. Да, тут давай все откроем точно, нашу ишью. Тут все точно так же. Мы мы э, подойдем пойдем с админом. Почему у меня капсом он? Ну, допустим. Ага. И точно так же здесь парольчик. Не сейчас. Мы увидим вот этот ищу. Да. А, второй, правильно? Да. У -у -у. Точно так же. Оп. Вот. Видно, что у нас тест прошел. Кстати, да, и на iPad он тоже И джиру да. uh, 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 не так uh, как. Ну, хотелось и, бы. и мы видим, что Docker Example тест, uh, который у нас был пятый uh, да. запуск, или какой-то вот там. Ну, да, пятый, пятый, и, шестой. У нас пятый был... и шестой. нас да, пятый и шестой. Да, пятый запуск у нас был не в порядке, а в шестом запуске у нас уже все хорошо. И нам для этого совершенно не нужно теперь <laughs> никакого ноутбука. То есть вот вся вот эта инфраструктура, она сейчас помещается в одном Docker compose файле. То есть мы сейчас с интегрировали кучу приложений. Мы запустили там, во-первых, селеноид который поднимает в докер-контейнере браузеры. Мы туда положили Jenkins, который запускает наши тесты, которые запускаются в селеноиде браузера. Мы подружили туда Jira рядом, которая получает нотификации от наших тестов в виде вот таких вот прикольных штук. И мы рядом там же положили IDE, которая теперь не греет наш ноутбук, и она тоже находится в докер-контейнере. Она доступна теперь любому человеку, например, мне. Вот тоже, если включишь мой канал, эти этот, меня я могу да давай как давай это... я сейчас тебе дам доступ да с вот телефона вот. я Тёме с телефона даю доступ это тоже в, в общем-то в принципе понимаете да, да вот куда все идет. Я, я как бы вот тут вот нахожусь вот в этой вот ну типа вот, вот 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 все я вот вижу это реально очень круто это очень удобно а можешь увеличить то что там да я могу увеличить вот смотри mm -hmm. А, я могу либо увеличить вот так вот, либо так. вот так. А, нет, тут вот привычный скролл не работает. Да, по-другому. Ну, да, да, скажи, да, да. вот на макбуке работают какие-нибудь ходки, там, например... Ну, э -э не. Не, не работают. А, Не, не, он, видишь, у нас именно браузер перехватывает вот эти все ходки самостоятельно. Да. То есть, типа, грубо говоря, тут этот... Но, понятно, что тут еще есть, типа, что добавлять и так далее, но... Выглядит уже довольно забавно, то есть реально, как бы, ну, типа, заходишь просто по урлу у тебя доступно IDE. А нам, кстати, заметьте, скоро GitHub анонсирует похожую штуку, и у вас IDE в браузере а ровно Там, а так там же есть будет на доступно. Azure, уже есть, я думаю, попробую, зайду. Я, се, я сегодня мне в там Твиттере что написали, что вот можно в Azure, на самом деле, у них есть там, попробовать mm -hmm. этот весь-код прямо mm -hmm. в облаке. Да. можно будет зайти напишите вообще вам интересные вот все эти штуки которые мы обсуждаем с Тёмой нам кажется очень прикольно да. вот если у вас похожие ощущения напишите, мы попробуем на этой как-то теме побольше показывать вам таких вещей, что можно с этим делать, как этим можно пользоваться. Ну и причем заметьте, что там мы постоянно все вы пытаемся делать так, чтобы это было минимально затратно. То есть, грубо говоря, под капотом там у каждого из этих продуктов, я думаю, что очень-очень много нюансов. Но, тем не менее, какая-то базовая комплектация, она доступна вот прямо э, несколькими командами и чуть-чуть опыта при работе с докером. Я вот там крайне рекомендую как бы э, освоить докер, потому что сейчас это уже прямо, ну, скоро вот прям будет прям стандартом, стандартом, и он дает очень много возможностей по э, настройке вот такой вот структуре. Э, Сева, какой у нас итог? Давай какой-то итог подведем. Да, давай подведем итог, Артем. Я думаю, что мы сегодня сделали довольно интересный сетап, который можно каждому из вас повторить. Он лежит по гитхабу, который мы напишем в заметках комментарии к этому видео на YouTube. Что мы сделали с Артемом? Во-первых, мы вначале с тобой пообсуждали новости. Это понятно. Мы с тобой запилили, сап... тестик. запилили тестик. В общем-то, тестик пишет каждый из вас. Это ничего нового. Мы этот тестик завернули с силиноидом, Селеноид, который позволит этот тестик запускать где-то на удаленной машине. Этот тестик можно запускать вместе с Allura-репортом, понятно. Mm -hmm. Этот тестик можно интегрировать с Jenkins, который автоматически его будет запускать. Этот тестик также можно, отчет этого теста, можно также увидеть в Jira, которая там нужна тест-менеджерам. Да? То есть вы можете вообще всю, всю эту инфраструктуру сами настроить в одно лицо. И, который, и не команды. нужно никого спрашивать, все это делать. Все это в докере открывается, как запускается, как вы видите, довольно просто, ничего для этого не нужно. Просто по шагам сделать в репозитории, который еще раз я говорю, мы вылож, это, уже выложено да. все, просто ссылочку вам скинем. Все делайте по шагам. Наверняка у вас получится. Если не получится, пишите в комментариях. Мы с Артемом просто в следующем видео разберем, Конечно. как бы что у вас не получается. А что надо обратить внимание. Да, я думаю, что получилось интересно, здорово. Напишите нам, пожалуйста, фидбэк. Нам очень приятно получать от вас какие-то комментарии. Очень приятно. Ну что ж, на этом, наверное, все. Да, я думаю, все. Спасибо вам большое. С вами был Артем и Сева, шоу «Ошибки выжившего». И Пока. до скорых встреч. Пока-пока.